Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Наконец наступает самый волшебный месяц в году. Давайте вместе составим планы на выходные и встретим декабрь активно, интересно и культурно. В субботу жителей города приглашают на праздник, посвященный 33-й годовщине со дня возрождения казачества в Поволжье. 2 декабря в 14:00 начнется праздничный концерт, на котором выступят вокальные и танцевальные коллективы. Кроме того, перед началом концерта можно будет посмотреть выставку фотографий по истории самарского казачества, приобрести казачью форму и различные сувениры. Гостей праздника ждут во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина. Вход на фестиваль свободный. Провести время в семейном кругу можно будет на мастер-классе от музея-галереи «Заварка». Творческая встреча «Самарские дворики» состоится 2 декабря. Вы узнаете интересные факты из истории города и создадите окна с зарисовками из жизни самарских дворов. Все материалы для поделки предоставляются музеям. Начало в 11:00. Библиотека народов Поволжья приглашает детей от 7 лет в виртуальное путешествие, в котором можно увидеть, как в старину жили представители различных национальностей. С помощью современных технологий участники мероприятия смогут заглянуть в традиционную мордовскую избу, увидеть казахскую юрту, узнать, что такое красный угол и многое другое. Путешествие во времени состоится 3 декабря, начало в 15:00. Декабрь – месяц волшебных сказок. Окунуться в них и увидеть чудеса наяву можно во многих театрах нашего города. Например, Самарский художественный театр в это воскресенье ждет зрителей на постановку «Конек-горбунок». Это добрая и озорная сказка, любовь которой не угасает от поколения к поколению. Спектакль состоится 3 декабря, начало в 11:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.